декабря там будет очень жарко. Считаю, что есть только первое место. То есть второе место – это тоже своего рода такой проигрыш. Нужно за них болеть, нужно их отмечать. Они будут до последней капли крови бороться. Бороться за то, чтобы все сказали, это русские. Конечно. И все мы будем знать, весь мир будет знать, что это русские. Потому что флаг и гимн, он внутри. Да. Но я зато знаю то, что если я чего-то добьюсь в фигурном катании, то я тем самым помогаю своим родителям. То есть, то, что это не пришло напрасно, все это. А, не обыгрываю, а как бы иду на уровне. Алина, почему на правой ножке только прыгаешь? Here's the triple lats, a little loose with the legs in the air, triple toe loop, but she has so much air, especially at the beginning of the program, the jumps really lift off the ice.